О, мощнейший ливень в Ташкенте. Посмотрите как. Сейчас я нахожусь на рынке. Здесь, видите, все попрятались, все прячут вон свой товар, потому что все промокает. Ливень сильный-сильный льет. Прям бьет. О. Видите, вот опускают свои крыши, чтобы как-то спасти, уберечь товар. Мы тоже, знаете, где стоим? Спрятались под виноградом. Хозяин винограда. Смотрите, какой виноград классный. Это дамский пальчик. Это как называется виноград? Это мерс. А, мерс, да, мерс. Самый крупный. Такой он крупный. Дамский пальчик. Здесь вот такой вот, видите, какого он цвета. Прям, я не знаю, фиолетовый. Какой-то, какой-то даже изумрудный, что ли. Какой-то, в общем, очень красивый. Виноград у нас очень вкусный, хочу сказать. Сейчас уже, конечно, сезон заканчивается. Но сейчас можно купить самый вкусный виноград, потому что он уже полностью созревший. Есть еще вот там соседние лавки, знаете, Ризомат называется. Это самый вкусный виноград в мире. Ну, я так считаю, потому что вот из всего, что я пробовала, это реально самый вкусный виноград. А они тоже вон складываются в машину, потому что внезапно такой полил страшный ливень. Вот все, видите, все накрыли, все прячут, кто может, сразу в машину загружает. В общем, сегодня погода, конечно, не базарная. Все, кто здесь работает, вот сейчас, видите, все сидят, спрятались. Мы сюда вот так забрели и попали под этот ливень. Вот стоим, ждем, когда чуть-чуть ливень. Но виноград, он прям как картинка. Очень сладкий, очень вкусный. А вот они тоже, видите, подогнали машину до масик. Сейчас будут складывать, прятать от дождя. Потому что, конечно, здесь это оптовый, знаете, рынок. И если здесь что-то намокнет, товар может испортиться. Многие продают дихкани, выращивают, а потом продают свой товар. Поэтому, видите, если столько товара испортится, конечно, это будет очень плохо. Вот, чуть-чуть, по-моему, ливень прекратился. Посмотрите, вот как это так сильно лил, и вот он так резко прекращается. Видите, он резко начинает лить, и потом резко прекращается. Вот такая вот осенняя погода. Ну, а находимся мы с вами, знаете, это оптовый рынок, он называется Food City. Находится он за Куйлюком. Раньше, знаете, оптовый рынок был на Куйлюке, сейчас его вот перенесли сюда, в Food City. На самом деле здесь очень красивые строения, это просто сейчас мы вот от дождя спрятались здесь. А так, это такой современный базарный комплекс. Здесь есть и крытые павильоны, и склады, и все здесь есть. Но также, видите, приезжают вот так на машинах, продают товар. Здесь можно вот оптом купить и у самих дихкан. Ну и, естественно, цена здесь подешевле. Сейчас просто мы находимся в стороне. Видимо, здесь сторона винограда. Здесь продают виноград. Вот все вот эти лавки продают виноград. Видите, как много. Цвет гляньте какой. Берем, берем, Андрей. Берем, берем, Андрей. Узмаш, блю, вот, вот.